Похороны всегда связаны с утратой и переживанием горя. Это всем понятно. И никто не планирует на похоронах веселиться и развлекаться. Ни свадьба же, ни день рождения. Но вот в экзотических странах можно столкнуться с совершенно необычным явлением, таким как стриптиз на похоронах. Для нашего разумения это что-то извращенное и несовместимое с нормой. Вы только представьте, покойного сопровождает храмовая процессия и раздетые танцующие барышни. Между тем, на Тайване это ранее было довольно-таки распространенным явлением. Существует несколько теорий, почему тайваньцы приглашают стриптизеров на похороны. По одной из них считается, что танцовщиц приглашают, чтобы было больше людей на похоронах. Большое количество людей на похоронах – это хороший знак для недавно умершего. Это отражает его статус и уважение. Чем больше людей, тем лучше. На самом деле толпа приходит не покойного провожать, а поглазеть на стриптизерш. Тут, как говорится, одно другому не мешает. Есть другая теория, она гласит, будто корни этой практики заложены в местной культуре тайваньских туземцев. Дескать, танец с эротическими элементами отражает репродуктивный фольклорный культ и желание умершего иметь много детей. Существует и более правдоподобная теория, она учитывает тщеславие местного населения. Стриптизерш на похоронах можно рассматривать как признак богатства. Как отмечают специалисты, китайские сельские домохозяйства склонны хвастаться своими доходами. Они готовы выплачивать в несколько раз больше своего годового дохода актерам, певцам, комикам и стриптизершам для того, чтобы утешить и развлечь скорбящих, но и заодно похвастаться перед всеми. Как вообще на Тайване появился феномен стриптиза на похоронах? В мире существует множество разных традиций, когда похороны могут сопровождаться пением и танцами, но практика раздевания догола встречается редко. На Тайване давно был обычай, когда нанимали профессиональных актеров. Их задачей было плакать на похоронах. Они помогали семье создать соответствующее настроение, особенно когда родственники были далеко или не могли присутствовать на похоронах. Плакать нужно было очень громко. Появление похоронных стриптизерш, возможно, выросло из этой практики, но это лишь одна из гипотез, точных данных нет. Известно только, что эта практика была довольно-таки частым явлением на Тайване и в материковом Китае. Что происходит во время похоронного стриптиза? Электрические цветные автомобили оборудуют под сцену. На ней женщины могут петь и танцевать, пока грузовик едет вместе с похоронной процессией. Женщины поют и танцуют обычно в бикини или в любой другой откровенной одежде. Иногда они и вовсе всю одежду с себя снимают. Представления могут включать в себя акробатику на шесте, песни, живую профессиональную музыку, неоновое освещение, фейерверки и газовые огни. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Чем больше шума, тем больше внимания. Чем больше людей, тем выше престиж. А развлечение на похоронах – это надежный способ этого добиться. Некоторые семьи даже крышку гроба открывают, чтобы покойный мог видеть собравшуюся толпу. Сейчас, конечно, эта практика постепенно уходит. Во-первых, больше людей предпочитают кремацию. Это связано с высокими ценами на землю и невозможностью купить место для могилы. Кого-то больше греет мысль быть развеянным над океаном либо в горах, нежели быть погребенным. К тому же образование в стране высокое, и из-за этого все меньше обрядов и этнических странностей. Средний класс и элита больше привержены к соблюдению глобальных культурных норм. Чаще всего похоронный стриптиз практикуется в рабочей, сельской или малоимущей среде. Отчасти это связано с тем, что правительство установило ограничения, запрещающие их выступления в крупных городских центрах. А в материковом Китае раздевание на похоронах является незаконным. Китайское правительство пытается положить конец этой практике, считая ее оскорбительной и непристойной. В некоторых случаях назначаются наказания, чтобы попытаться сдержать эту деятельность, хотя пение песен под караоке там все еще встречается. Существуют ли мужчины-танцоры? В очень редких случаях выступают и мужчины. Это единичные случаи, но и такое здесь тоже бывает. Только мужчины-танцоры раздеваются не догола, а лишь до нижнего белья. Все-таки стараются нанимать именно молодых девушек. Как тайваньская публика и пресса воспринимают раздевание на похоронах? Образованные горожане мужчины на Тайване выступают против этой традиции. Тайваньская пресса также в целом очень критически относится к этой практике. Считается, что это плохо влияет на женщин и особенно на детей. Как эта практика облегчает процесс скорби для тех, кто приходит на похороны? Местные тайваньцы рассказывали, что в их понимании рождение и смерть являются частью одного и того же процесса. Поэтому в некотором смысле эти танцевальные представления являются прославлением жизни человека,
человека, который ушел, а также способом оплакивать его уход. На Тайване танцы молодых девушек на похоронах – это не единичные случаи. Даже некоторые даосские храмы нанимают полураздетых танцовщиц, чтобы они пели и танцевали прямо перед храмом на ярко освещенных и ярко окрашенных сценах. Эти сцены переделывают из грузовиков, которых еще называют электрические цветочные автомобили. Но в храмах такое представление предназначено не для людей, а для божеств храма или для мертвых, особенно в месяц призраков. Вероятно, об этой традиции мало бы кто узнал, если бы не антрополог Марк Московиц, который рассказал об этой культуре в своем 40-минутном фильме. Фильм называется «Танцы для мертвых», он предназначен для показа в США. Фильм на английском языке, но тем не менее ссылку я оставлю в описании. Вот такие интересные и довольно необычные традиции существуют в такой технологической стране, как Тайвань. В моем блоге вы можете найти больше интересных особенностей этого острова.